Актуальная тема субботников сейчас обсуждается не зря. Откровенное хамство отдельных жителей Артемовского городского округа по отношению к своим землякам показало свои плоды. Иногда даже не хочется смотреть на свой двор или улицу. Скрытый снегом мусор теперь показался во всей своей красе. Между тем, сами жители предпочитают обсуждать этот факт в соцсетях и досужих разговорах, вместо того, чтобы своими руками решать эту проблему. Наверное, видели, да, глава? Я, говорит, 2 дня, субботу, воскресенье, делал субботник. Жители, говорит, проходят, знакомые, соседи по подъезду, по соседним подъездам, по дому. О, молодец, да, давай, давай. А в глазах, говорит, у них видно, идиот. Свой вклад внесли и продолжают вносить владельцы домашних животных, которые на руках переносят своих питомцев подальше от грязи и выпускают их на выгул, на чистый и сухой тротуар. Особенно призываю наших любителей собак, которые держать собачек, погулять, берите свои пакетики и собирайте вот после собак вот это добро, которое они оставляют. После того, как снег сходит, ну, не знаешь, куда ногу поставить. Глава Артемовского жилкомстроя напомнил давнюю истину. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Да, не везде есть урны или рядом имеются специальные контейнерные площадки. Но в каждом из нас должно быть уважение к окружающим. И прививать его необходимо с детства.